Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Александр. И на столе у меня посылка, долгожданная, со смартфоном Xiaomi Redmi Note 5. Ну или Redmi Note 5 Pro, как называют его в Индии. Короче, Note 5 на процессоре Snapdragon 636. У меня, друзья, версия китайская. Я не стал ждать глобальную, потому что как бы по железу без разницы, что нам смотреть. Глобалка сейчас уже вышла, ее начали отправлять, но мне надо было быстрее, как говорится, ознакомиться с этим замечательным аппаратом. Поэтому я решил все-таки заказать китайскую. Как бы для меня это не проблема справиться с китайской версией. Так, китайская версия, причем China Mobile, операторская, смотрите, наклейки 4G+, мы такие вещи уже видели. Note 5, 4000 мАч батарея, 5,99 дюймов экран, 13-мегапиксельная камера сдвоенная. И самое главное, как я уже сказал, процессор 636 Snapdragon. У меня черный цвет, 4x64 версии, дата выпуска март 2018 года. Аппарат, конечно, уже изучен сообществом, но я обзоров чужих не смотрю до выхода своих. Так, как обычно, у нас в комплекте уже прописался бампер к черному, черного цвета. Комплектация самая стандартная, ничего нового. Скрепка, кабель и блок питания без функции быстрой зарядки 2 ампера 5 вольт. Ну и вот он, наш красавец. Ну что могу сказать? С обратной стороны он, конечно, отличается от своего чуть более младшего брата Redmi 5+. Вставки немного другие, хотя тоже это пластик. А вот в фронтальной части практически никаких отличий, по крайней мере, на первый взгляд, я не вижу. Диагональ экрана та же, камера глазок, кстати, 13-мегапиксельный, 4G+, прикольная операторская труба. Да, попросил отправить побыстрее, не распечатывая. О, заставка даже 4G LTE. Операторская. Здесь, конечно же, русского нет у нас. Тогда английский язык. Ну, это понятно, было ожидаемо. Короче говоря, друзья, процессор новый, поэтому мы сейчас все это быстренько пропустим. Посмотрим экранчик, посмотрим, что у нас установлено. И потом я удалюсь на небольшое тестирование. Во второй части сравню его, ну, наверное, с 5+. Насколько он быстрее, насколько он интереснее. Так, по сборке все клево смотрю. В принципе, так же, как у 5+, кнопочки не люфтят, есть и капот. Смотрите, прикол, даже есть операторская заставка. Можно поставить. Ну, смотрите, сразу предлагает нам выбор либо виртуалки и мут, либо фуллскрин мут, да, управление свайпами. Но мы пока выберем классическое управление. You are ready to rock. Где у нас окей-то? Вот, закрыт здесь. Так, давайте сразу снимем эту пленочку. Зачем она нам? Она нам не нужна. Друзья, не знаю, такую тему я поставил, но что-то экран прям такое ощущение, что даже получше, чем на 5+. Так, разумеется, полно китайского мусора, разумеется, нету маркета, но это все ставится без проблем. Очень мне нравится экран, смотрите, какой сочный. Еще тему такую поставил, прям огонь просто выглядит. Сейчас посмотрим, что у нас установлено. Прошивка у нас 954, версия 64 гигабайта. Available storage всего на 50. Ну куда вы 14 гигабайт-то заели, а? Вот какие прошивки жирные стали. Так, смотрим, что у нас установлено. Software version. Так, Tianma Touch Panel. LCM Tianma 4310 TD. Камера Information, Back S5, K5, E8, O-Film. Самсунговская камера в исполнении O-Film линзы. S5, K2, I7. Это, я так понимаю, дополнительный модуль. Тоже в исполнении O-Film. И фронтальная камера Omnivision 13855 от Sony модуль. А так, слушайте, очень мне нравится. Экран просто шикарный. Ну что, друзья, первое впечатление, конечно, очень положительное. Черный цвет особенно приятный. Давайте вот эту штуку тоже снимем. Приятно в черном цвете. Специально взял, как говорится, не золотой, не самый дешевый, чтобы саму посмотреть и вас порадовать. Ну все, сейчас потестируем. Дальше уже будем смотреть, что он из себя представляет. И смотрите, друзья, что интересно. Оказался у меня под руками здесь 5+. И я решил сравнить их, сравнить экраны прежде всего. Опять имеем разные цветовые температуры. 5+, у нас теплый экран, здесь более холодный. Но это еще не все. Яркость одинаковая, как можете видеть, да, максимальная. При этом панели у нас абсолютно одинаковые. Vendor Tianma, здесь
То же самое. Здесь у нас сама панель 4310 LCD panel. И здесь то же самое 4310. При всем при этом температура подсветки разная. Но, обратите внимание, разные еще и цветопередача. Посмотрите, какой здесь зеленый, да, и какой здесь зеленый. Я специально поставил одинаковые обои, одинаковые темы. Этот экранчик будет покруче на ноуте 5. То есть, как-то мне вот больше нравится вот этот, например. Чем они еще отличаются бегло по внешнему виду? Снизу у ноута 5 находится 3,5-мм разъем, а у 5 плюс он сверху. Ну и задняя часть, конечно. И да, еще хотел сказать, относительно вот черный у меня тоже был 5+. Здесь другой материал задней крышки, вот этот вот алюминий, он хоть и остаются на нем отпечатки, но не так дико заметны. Какой-то он стал немножко с другим покрытием. Вставочки чуть меньше, чуть больше. Ну и расположение камеры, конечно. Есть у меня для вас, друзья, интересная инфа, которую я хочу с вами поделиться. Не секрет, что все хотят сэкономить на покупках и пользуются кэшбэк-сервисами. Ну и я в том числе. И решил я, друзья, попробовать что-то новенькое из мира кэшбэк-сервисов. И выбрал я SmartySale. А почему, я вам сейчас поясню. SmartySale – это сервис умных покупок. Среди явных преимуществ могу отметить первое – это огромное более 1000 количество интернет-магазинов, как уже популярных, таких как AliExpress, GearBest, Banggood, так и малоизвестных, которые есть только в арсенале SmartySale. Меня, в частности, заинтересовал как раз такой магазин – Light in the Box, где бывают, ну, очень вкусные цены на смартфоны. Второе преимущество – это практически отсутствие минимальной суммы для снятия и начисления кэшбэка в валюте покупки. Можно, к примеру, вывести сумму от 5 рублей на счет своего мобильного, электронный кошелек или банковскую карту. Третье – это удобное использование. Просто переходите по ссылке в описании под этим видео, регистрируйтесь, устанавливайте удобный плагин для своего браузера и начинайте возвращать часть денег своих покупок прямо сейчас. К примеру, я уже зарегистрировался, сделал пару покупок, на которые мне начислили кэшбэк. И, наконец, более 1 миллиона покупателей уже выбрали сервис умных покупок SmartySale. Попробуйте и вы. Продолжаем, друзья, наше знакомство с новым Redmi Note 5. И что я вам не сказал в первой части. На экране есть отличное олеофобное покрытие. Тачскрин, кстати, совершенно другой передняя панель. Не такое абсолютно расположение камер, датчиков и вспышки, как у Redmi 5 Plus. Поэтому они, соответственно, не взаимозаменяемы. Есть, конечно же, здесь диод уведомлений. Кнопки на экранные, понятно. Экран 6 дюймов, Full HD+. Конечно же, IPS. Качество вы уже видели какого. Просто отлично. Ну и давайте, друзья, глянем аппаратную часть смартфона. Основывается он у нас на новом Qualcomm Snapdragon 636, который имеет в составе 8 процессорных ядер в двух кластерах, ядра Creo 260. Максимальная частота 1804 МГц. Техпроцесс 14-й. Поддерживается память типа LPDDR4, правда, почему-то AIDA здесь пишет LPDDR3, что странно, но реальный LPDDR4. Здесь установлено 4 ГБ оперативной и 64 постоянной памяти типа eMMC5.1. Графический ускоритель у нас представлен Adreno 509, причем, друзья, он двухъядерный. В некоторых изданиях я встречал информацию о том, что это наследник 506, 508, а нет, друзья, информация, вот здесь вот указанная, говорит нам о том, что это, в общем-то, сниженная по частотам версия 512-го Adreno. Вот они, два вычислительных ядра присутствуют. В общем, друзья, из беглого взгляда по характеристикам этого чипсета можно сделать выводы, что это фактически 660-й Snapdragon с пониженными частотами графического ядра и центрального процессора. В тесте AnTuTu смартфон набирает более 100 тысяч баллов, что, в принципе, отлично. Конечно же, сравнивать его с Snapdragon 625 уже не получится, он его обходит довольно-таки серьезно. В тесте Geekbench у нас вот такие результаты, тоже намного выше 625 и скорее ближе к 820. Тест Epic Citadel на этом разрешении показывает нам просто отличный результат на ультра high quality. Это 57,5 кадров в секунду. И действительно, друзья, я поиграл немножко в PUBG мобильный. И хочу вам сказать, что производительность просто отличная у него. При этом нагрев практически отсутствует. В нагрузке около 44-45 градусов по центральному процессору. По настройкам аппарата что у нас присутствует? Wi-Fi. Два диапазона. Мало того,
И 5 ГГц поддерживает стандарт AC. Это то, чего многим не хватало в Redmi 5 Plus. Видите, 433 Мбит в секунду. Bluetooth у нас версии 5.0, что тоже, в общем-то, замечательно по современным меркам. И самое главное, что я вам не сказал в начале, установлен у нас Android версии 8.1.0. Кстати, обновление прилетело на китайскую прошивку. Все работает, в принципе, отлично, без нареканий. Я сутки примерно с ним пообщался. Также присутствует всеми любимый сейчас full-screen дисплей, который вначале он нам предложил сделать, да. Можно выбрать его, поставить жесты по экрану вот таким образом. Я, честно говоря, не очень фанатею от этого режима. Может быть, просто еще не разобрался, не привык. Мне как-то с кнопочками на экранами привычнее. Далее по звуку. Звук внешнего динамика практически такой же, как и у Redmi 5 Plus. Нареканий особых не вызывает. Особенно мне понравилось на YouTube. Речь отлично слышна. Но... музычка звучит вот таким вот образом. Видео. Качает просто отлично. Проверил, друзья, связь. Тут тоже никаких нареканий не возникло. И появился небольшой плюс по сравнению с Redmi 5 Plus. Это лучшая работа микрофона. То есть, если раньше некоторые люди жаловались, вот так вот, держа смартфон, да, что плохо слышно вас, собеседнику, я рекомендовал им держать следующим образом, чтобы от руки было отражение, и действительно это давало улучшение такое положение руки, то теперь можно держать как угодно, слышно просто отлично. В наушниках звук приятно порадовал. Слушал, естественно, флаг на Meizu HD50, никаких нареканий нет, отличное звучание, лучше, чем на Redmi 5 Plus, очень похоже на звучание Redmi 5 на Snapdragon 450. К работе сканера, как обычно, никаких претензий нету. И что же с камерой у нас, друзья? А с камерой все довольно-таки неплохо. Основной модуль это Samsung ISOCELL FAST серия, 12 мегапикселей. Размер пикселя 1,4 микрометра, диафрагма 1,9. Вспомогательный модуль это ISOCELL SLIM 5 мегапикселей, 1,12 микрометра размер пикселя. И фронтальная камера у нас представлена модулем OmniVision 13855. 13 мегапикселей с диафрагмой 2.0, 1,12 микрометра, размер пикселя, без автофокуса. И давайте посмотрим, как у нас выглядят фотографии. Вот это без функции портретного режима, да, видите? Задний фон у нас не размытый. И вот это вот с функцией портретного режима сделано. Фотография размытия заднего фона. Могу сказать, что ну довольно-таки неплохо. В общем, есть, конечно, огрехи, но в целом мне нравится, как работает этот режим. Вот это тоже предметка с размытым задним фоном. Да и вообще камера, ребята, радует. 1,9 диафрагма дает неплохую светосилу. Вот это вот снято вечером при небольшом количестве света искусственного. И посмотрите, все четко, все абсолютно в фокусе, никаких проблем нету. По краям кадра искажения тоже минимальные, вот только чуть-чуть бочкообразность. Никакого размытия нет. Фронталочка. Такая себе фронталочка OmniVision. Неплохой модуль. При хорошем освещении, это в принципе сделано при дневном обычном свете, будет очень даже неплохо выглядеть. На улице фотографии выглядят просто отлично. Фокус. Это макро у нас. Перефокусировка очень быстрая. Обратите внимание, дальние дистанции. Видно все. Детализация хорошая. Видео. Тут вот единственный момент. Камера родная почему-то пишет только Full HD. Но при установке Open Camera прекрасно происходит запись в 4К. Что записью смартфона Xiaomi Redmi Note 5. Фокусировка автоматическая. Экспозиция отличная, качество звука стерео, фокус, очень быстрый фокус, смотрите, раз, два, три, это разрешение Full HD, но 4К можно тоже сторонней программой. Ну что, вот так вот выглядит видеозапись, присутствует стабилизация, правда, как она четко работает, я
проверю, естественно, уже в полном обзоре. Ну что, друзья, могу вам сказать? Первые впечатления крайне положительные. Единственное, что меня, пожалуй, в этом смартфоне немножко не устраивает, это вот этот вот дизайн задней части. Но не нравится мне сочетание вот этой выпирающей камеры вертикальной, сканера, как-то все это немножко топорно. Бампер, кстати, теперь собирает вместо задней крышки отпечатки, то есть задняя крышка, как я уже сказал, поменяли покрытие ее, теперь она не собирает отпечатки, а вот бампер жутко заляпывается. Но в целом, друзья, могу вам честно сказать, мне кажется, что это потенциальный хит. Учитывая производительность 636-го Snapdragon и цену, я думаю, она все-таки будет у нас за версию 464 в районе 200-210 долларов, это будет однозначно хит, однозначно. Ну и, друзья, на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч. Пока.